Всем привет, друзья! Вы на канале Посмотри на игру, и мы продолжаем играть в интернет-кафе симулятор. Так, 3 дня не играл ни во что, были праздники. Поэтому как-то так. Так, я так и не разобрался, как тут есть. Блин, огнетушитель придется донести до конца. Блин, вообще не понимаю, как есть. Почему он не ест? Это обновление такое тупорылое было или что? У него сейчас опять голова будет кружиться у моего персонажа, блин. Так неинтересно играть. Так, комп у нас все на месте. Электричество отключено. Включить электричество. Блин, а может все-таки это комп не вывозит, блядь. Не знаю, поставить медиум. Ну это бред какой-то. Мне как-то не нравится так играть. Так, свет. Сегодняшняя цель нашей игры состоит в том, чтобы поставить второй стол с компьютером. Я сейчас в самом начале дурак потратил все бабки на ремонт, хотя надо было купить второй компьютер. Ужас. Так, у меня $469. Кафе открыть. Так, ждем посетителей. Бардак у нас тут такой, блин. Все валяется. Че, никто играть не хочет, что ли? О, давай, давай, садись. Так, 3 часа утвердить. Так, главное, что всякие смертники не побежали, опять не подрывали кафе, блин, как здесь часто бывает. Чё у него на голове, блядь? Что делаешь? Видос на ютубе смотрит. Хоть маску одела, блин, молодец. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как есть. Чего-то я вообще не догоняю. Шкала вот есть, это с едой гамбургеры, типа, нарисованный. И она пустая. Ну давай, ты долго там будешь? Давай, закругляйся уже. Блять, наследил я уже тут. Порядок должен быть. Сразу просто сбитый стоишь, чтоб это... Не пропустить, если не... захотят не заплатить и убежать. Так, бабки гони, давай, давай. О, $77. Неплохо, неплохо. Так, у нас уже 500. 500 с копейкой есть. Опа. 2 часа утвердить. Так, $546. Так. А, 3W. Не понял, что, все наигралось, что ли? А нет. Блять, там что? Заколебали уже.
А коврик ноги вытереть нельзя, что ли, блин? Вот еще следы. Все, опять начинаются эти головокружения. Это 100%, потому что он голодный. Ну, на улице погода получилась. Ты там порнуху смотри, ты. О, идет, идет. Сколько? 51, есть $600 уже. Так, $600, 300 чем-то стол стоит. Ничего не хватает. Как минимум надо где-то на 800. Так, я сюда второй стол влезет, интересно? Опять. Блин, я скоро психану, удалю эту игру, наверное, и все. Из этих вот косяков мне вот вообще не вкатывает играть. Так, сколько ты там берешь у нас? 3 часа. Как минимум будет $70. Так, еще по... ты 3 часа взяла. $3, иди нахрен отсюда. Опять глюки, 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 глюки. Мама. Hello, hello, давай садись быстрее, давай только. Так, успею я цену поднять? А, я не успел. Ладно, давай. 3 часа. Я думаю, сейчас с этого посетителя мы сбегаем домой. Положим его спать. Чё, блядь? Электричество отключено. Заколебало, блин. Сколько там просидел? $20? Блядь. Все, еще одного посетителя принимаем. Бежим спать. Блин, достались свиньи такие эти люди. Вот это... Вот из этих... бытового бага или что это такое, блин, аж прям хочется мышку в монитор пульнуть. Игра, в принципе, сама не требовательная. Почему такая вот фигня? О, давай, давай. А, блядь, у меня еще компьютер выключенный. Так, сейчас, секундочку, там, подожди, компьютер включу, не успел включить, электричество выключали. Так, сколько ты хочешь взять? 30 минут? Ну, что это такое, 30 минут, блин? Так, я думаю, нам надо сделать вот так. Заказы, изменить цену. Сначала мне нужно завершить настройку. Какую настройку? Так, что, полчаса прошло? $13. Так, сколько у нас там времени уже? 18. Да ёп. 18:35. Так, я думаю, закроем кафе. Блять. Ну ё-моё, ну хватит. Блять, я не успел добежать до дома. Ну как так-то? А если еще раз поспать? Ну хватит уже. Что за баги-то, а? Что за баги? Почему у меня в пустой холодильник, блядь? Ребят, что это может быть? Пожалуйста, вот кому не сложно, напишите в комментариях.
Петр все равно будет смотреть это, я надеюсь, что кто-нибудь мне ответит. Потому что это бред какой-то, играть уж не хочется. Но это точно все связано с едой. Я так думаю. Понимаю, как головокружение идет, потому что если баг затуп, то он просто бы на одном месте зависло бы все, правильно? А тут у него как будто головокружение происходит. Опять, все. Сейчас его опять развернет в другую сторону. Но это просто какой-то. Да отойди ты, блядь. Кто здесь уже наследил? Никого не было. Так, давайте прикинем, сколько нам надо по деньгам. Так, компьютер. 300. $300 за компьютер. Хотя, можно даже сначала купить. 145. 150, да? Так, компьютер 150. Кресло. 76. 150 плюс 76 226. Так, клавиатура 108. 330. Монитор 150. 330 плюс 150 480. 480. 550. И стол. Консоль. Здорово, здорово, давай. Так, стол, вот он, 328. Короче, долларов 900 мне надо, в общем. То есть, блядь, это вот бесит меня. Сколько он хочет взять? 30 минут, блядь. Блять, если на полчаса брал. Да и сука. Я, наверное, удалю эту игру, ребят. $2. Еще один прибежал. 3 часа. Но это же не глюк, ну. Ну почему так происходит-то? Я уже тут настройки. Полноэкранный объем. Что такое объем? А, ну это звук. Чувствительность. Сглаживание. Ну-ка, если сглаживание включить. Размытость. Нахрен убрать. Продел кадров в секунду. Что это вообще такое сейчас стало, ёп? Сглаживание off. Насвинячили тут, блин. Ну что это такое-то, а? Ну... Главное, что, по-моему, опять не отключился.
Просто я, наверное, думаю, это будет последняя серия этой игры, пока я не разберусь с этими багами, блин. Игра же не требовательная. У меня, блин, в разы компьютер мощнее, чем, блин, даже средние требования этой игры. Я его не могу даже взять, у него голова кружится. По 7 долларов. Ништяк, ништяк. Так, ну что, где там еще есть то? Вот опять его разворачивает и все. Блять, смех, конечно, ебать мой хуй, нахуй. Открываем опять, бежим, блядь, спать. Может быть, сейчас... Может, потому что я его сам не отношу. Ну, не это, мы сами не уходим. Вот, что это такое? Бежал в ту сторону, развернула его. Попробуем сейчас. Ну что, ну хватит, а, хватит. Вот, ребят, такие моменты прямо так хочется. Блин, мышку запульнуть в монитор. Энергия вообще все махом кончается. Один заказ и уже, блин, почти все. Ну вот что это такое? Час вы должны дождаться сна. Что значит час вы должны дождаться? Заебись. У меня он сейчас опять отключится и все. И что будем делать? Ребят, мне кажется, это баг. Это не может быть такого проблемы с компьютером. Почему вот он не может взять эту еду и поесть, а? Все, энергия заканчивается. Сейчас он отключится, да, и сам ляжет спать, короче. То ты там работаешь, работаешь, только думаешь, надо пойти поспать, да, и восполнить энергию. Бежишь сюда, и, блядь, ты не можешь его положить спать, пока у него не закончится энергия. Сохранения тоже идут, только через сон. Ну, это бред какой-то, ребят, это просто бред. Давай спать. Все, он сам отключился, я бы мимо кровати упал, блядь. Какой же бред, а. Ладно, ребят, буду заканчиваться эти серии, короче, надо разобраться с этими багами. Пожалуйста, напишите в комментариях, что не так, как есть, что за баг этот такой, я ничего не могу понять. Играть так вообще просто не доставляет никакого удовольствия. Подписывайтесь на мой канал, ребят, ставьте лайки. Дальше будет много всего интересного. Спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.